этом начал это хорошо. Доброе утро, и ее ведущего Глушакова и Роман Водников. Вам слово. Спасибо, Максим, и доброе утро всем, кто встречает новый день вместе с Первым каналом. С вами вчера Владимир Глушакова. Я остроумный Роман Водников. Я делаю завтрак, у меня сегодня панкейки. Все потому, что прокисшее молоко, оно уже невкусное, пачка целая, поэтому 2 стакана молока, 2 яйца, 2 стакана муки, сахар, соль, пакетик разрыхлителя 10 грамм и немного растопленного сливочного масла в микроволновке. Вот, все по 2. Сейчас вот буду снимать уже. Так, вот и ждем, пока с этой стороны появятся пузырьки, чтобы переворачивать. Сейчас уже будем снимать. Они быстро прям готовятся. Пузырьки пошли. Видите? Значит, точно все готово с этой стороны. 205. Так, ты будешь на тарелку? Будешь варенье? Так, у нас чай. И целая гора этих оладиков. Надо, походу, было поменьше молока добавлять. Но они все равно вкусные. Я уже попробовала. Обожаю готовить обед в халате, поэтому не переодеваюсь. Сразу же буду готовить жаркое по-домашнему, как говорят мои дети. У меня было 3 больших антрикота. Вот здесь вот косточки обжаренные с них. А здесь мясо, лук. Сейчас еще добавлю сюда морковочку. Я только поперчила, солить не буду, буду соевым соусом готовить. Сейчас еще морковку и перец болгарский. Здесь уже мясо с овощами. Осталось добавить соевый соус, немного протушить и залить водой, и все вместе, чтобы тушилось. Я, как всегда, блин, кастрюлю с горой наложила. Здесь у меня соленые огурцы, немного рассола от огурцов. Сейчас я накрою крышкой, будет тушиться, и я потом все это перемешаю. Григорий сегодня прям занялся уборкой. Да? Та-дам! Полка теперь вся забита. Да, теперь поубирал все в комнате, открыл окно, все как мама любит, да, грамоты свои расставил и развесил. Вот, вот, вот. Видишь, я вот так вот говорю. Угу, надо ехать за новыми, да, сынок? Нет, давай. Хотя бы за рамками носил. За грамотами, сына, в воскресенье. За рамками все. Пойдем к нему. Да. Кроватки все заправил у нас. Да? Молодец. Так, я пошла тогда голову помою, хорошо? Глянь, это если я переборщила японского порошка. Ну, я его вообще чуть-чуть добавила. Покажи. Я очень рад за тебя. Мне старого дашь? Это что, зарядка? Ага. Это что работа. Такое, мама? На, я фон. Так, мы будем обедать. Я не знаю, может, кто-нибудь будет майонез? А я хочу жаркое по-домашнему с домашними помидорками. Вот так вот оно выглядит. Антохина порция. Григорий почти доедает. И мы пьем еще сок от этих помидоров. Причем Сержуня пьет только сок. Я еще и с помидорчиками. Красота! Я выхожу на улицу. Тут ветерок, но хорошо так солнечно. Ой. Красота. Теперь похоже на весну. Все, растаял снег. Нарциссы могут дальше расти, и тюльпаны тоже. И розочки. Вот эти вот новые кустики попринимались. Вот, вот их 3, еще где-то один. Где-то он тоже принялся, я его просто что-то не вижу. Мы отъезжаем сейчас от кондитера Юга. Приезжали, он уже на первом этаже. Конечно, побольше, все прям выбор такой сейчас. Все завезли,
А то перед 8 марта коробок практически не было. Так что вот ступенечки. Мы сюда зашли, купила здесь чуть-чуть совсем. Вообще приезжали за пакетиками. Для упаковки закончились все. Купила вот такую вот бумагу для выпечки попробовать. На пакетики, за которыми мы приезжали, вот такие вот 12x15 и 10x23, вот они побольше здесь. Сливки, силиконовую лопатку купила, которая, знаете, никуда не вставляется, вот единая, мне кажется, должна быть очень удобная, гнется вот здесь только на конце. Куда она должна вставляться? Нет, но она здесь вот такое соединение, вот одна у меня вот так уже сломалась, а другая все время вытаскивается. Да, четверка потянула Мерседес. А что ж такое там? Прикольно. Так, еще что я купила. Вот такие пластиковые палочки для кейк-попсов, но я буду их использовать для леденцов. И сливки. 258 рублей литр. Вообще заехали в Магнит. Сейчас покажу. Купила зело полотенце. Мне они очень нужны для пряников. Прям много часто использую, много выкидываю, поэтому прям люблю их. Так, что еще купила? Печенье у нас что-то как-то все закончилось, бублики практически закончились. Взяла вот такой вот, взяла вот такой соус попробовать для сегодняшних панкейков. Что еще? Вот такой вот клубничный. Написано вообще, что он по акции, но на кассе оказался не по акции, но все равно взяла. Дети любят клубничный. Что еще? Так, хлеб, как всегда, мой любимый, резанный. Такой черный, батон летний резанный. Бананы взяла и творожок. Вот только за ним мы заезжали, но набрали кучу всего еще. А я огурец взяла, сделаю капусту с огурцом. Салат. И все. И все, вот это и все, 600 рублей. Еду на собрание, легла, поспала, у меня так разболелась голова после Краснодара, хотя мы там были 5 минут в этом Краснодаре, но не знаю почему, либо из-за дороги. Я поспала, сейчас проснулась, все отлично, голова не болит. Везу сейчас пряники для букета зайчика, 3 леденца сделала. И еду на собрание общешкольное. Я уже дома, папуля тут утку коптит в коптилке. Мы же уже и сало вперед коптили. Что там утка, пап? Уже скоро? Серж, утка скоро? А она не горячая, эта штука? Теплая, но не горячая. Ух ты, какая красивая. Ты ее что, разрезал, да? Ну, она же была засоленная башкой Гали, и теперь мы ее коптим. А, ты ее и прорезал даже, да? Давай, я пошла тогда в комнату, буду ждать мельтик. Да, забирай, в принципе, она... А мне что, ее сюда? Это что? А, здесь опилки, да, были? Ничего себе, башенка, да? Кажется, все сейчас руки, так что я лучше спереди и сзади подставлю. А ты просто по одному ряду добавляешь? Нет, я, ну, здесь это делал, это я сейчас начал по одному ряду добавлять. Я села монтировать видео, чтобы точно быть в ритме, ничего не пропускать. Никакие дни. Что-то пошло не так сейчас. Сейчас буду все настраивать.